На территории Приморья продолжаются оперативно-профилактические мероприятия по контролю над соблюдением миграционного законодательства, выявлению и привлечению к ответственности правонарушителей. В одном из торговых центров Владивостока сотрудники полиции проверили находящихся там иностранных граждан на предмет соблюдения норм миграционного законодательства. Всего проверено 54 человека. 12 из них доставлены для разбирательства в отдел иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции регионального управления МВД. Граждан сфотографировали, дактилоскопировали, проверили по оперативным учетам. В результате разбирательства иностранных граждан привлекли к административной ответственности. Собранные сотрудниками полиции административные материалы направлены в мировые суды для рассмотрения и принятия решения. Мероприятия по контролю над соблюдением миграционного законодательства Российской Федерации проводятся во всех муниципальных образованиях и будут продолжены. О фактах нарушения законодательства, организации каналов нелегальной миграции, создания резиновых квартир приморцев просят сообщать в территориальные органы внутренних дел. По каждому сообщению сотрудники полиции примут меры реагирования.